Но функции некоторых органов можно восстановить уже сейчас, с гарантией и менее чем за минуту. Благодаря тому, что ученым удалось создать источник ультракоротких лазерных импульсов высокой интенсивности, зрение теперь можно корректировать с помощью фемтосекундных лазеров. За технологию, которая позволила этого добиться, в 2018 году исследователям была присуждена Нобелевская премия. Этот лазер не режет, а создает микрорасслаивание в системе роговицы. И на следующий день после этой коррекции он может вернуться к привычному образу жизни. Вот это самое главное. Раньше поверхность роговицы вскрывалась лезвием. По сути, создавался сферический сегмент, который никогда полностью не прирастал обратно и мог сместиться. Фемтосекундная лазерная коррекция зрения RELIX SMILE – это удаление лентикулы через малый разрез роговицы для исправления ее рефракции. Лазер создает в толще роговицы микрокавитационные пузырьки, в результате чего она расслаивается и образуется очень тонкая линза, которую хирург потом извлекает пинцетом через маленький надрез. Все структуры сохраняются в нужном положении. Мы не повреждаем нервные волокна, нет синдрома сухого глаза, мы не повреждаем наружную оболочку, сохраняется ее прочностное свойство, мы повреждаем всего 2 мм линейного входа. Время работы такого лазера всего 25 секунд, после чего хирургу необходимо еще 30 секунд для того, чтобы извлечь ненужную часть ткани, которая мешает фокусировке глаза. Пациент не ощущает никаких неприятных впечатлений, у него нет от этой коррекции. Он видит только смену визуальной картинки. Вначале он смотрит на более яркий огонечек, и в конце процедуры этот огонечек зеленый чуть приглушается. Между поверхностью роговицы и лазерным излучателем находится специальное контактное стекло. Оно создает правильную фокусировку лазерного луча на поверхности роговицы. Мы нажали на педаль, у нас идет работа лазера. Вот сейчас мы видим, формируется нижняя стеночка, верхняя стеночка. Вот мы видим, какие равномерные, красивые пузыречки формируются у нас. Все, и работа лазера закончилась. У нас идеальная линзочка сформирована в роговице. И сейчас мы перемещаем пациента для того, чтобы ее извлечь. После коррекции RELIX SMILE зрение восстанавливается практически сразу. Операция у нас закончилась, все у нас с вами отлично. Сейчас глазки, пожалуйста, не открывайте, слушайте команды медсестры. Сейчас перед глазами будет туман, это нормально, с каждым часом он будет рассеиваться. Сейчас открываем глаза, мы с вами стоим. Хотя сама по себе лазерная коррекция метод не новый, до появления фемтосекундных лазеров эффективно и безопасно работать с глазом было нельзя. Лазерные импульсы либо перегревали ткани глаза и повреждали их, либо были слишком слабыми для получения нужного надреза в роговице. Новым лазерам доверяют миллионы людей по всему миру. У меня был диагноз близорукость с астигматизмом. И я долгое время мучилась, потому что мне не могли подобрать ни очки, ни линзы я не могла носить из-за синдрома сухого глаза. У меня была надежда, и когда оправдывается твоя надежда, и ты получаешь то, что ты хочешь, это выше всяких наград.